Всем добро! С вами я, Стив Про, и сегодня я покажу вам, как найти новые деревни в Майнкрафте 1.10.0.3. Как вы знаете, вчера вышла новая версия Майнкрафта, и в этой версии нам добавили новые деревни. И возможно, ребята, вы задавались вопросом, а как быстро найти эти самые новые деревни? Конечно, можно просто вот так взять, лететь и можно летать по миру. Но, ребята, я хочу сегодня облегчить ваш процесс. Все на самом деле довольно легко, вы просто открываете чат и пишете команду locate. И, ребята, дальше пишем Nav Village, то есть это новая деревня. Вводим эту команду, и, ребята, нам показывают ближайшие точки новых деревень. И, ребята, ближайшая точка это 344 и еще 344. Довольно легкие координаты, ребята, и теперь мы сами пишем команду TP, пишем эти самые координаты, и вместо Y пустого мы сами пишем 100, ребята, это наша высота. Я не советую вам писать 20, 10, потому что это довольно низкая высота, и, скорее всего, ребята, вы поедете где-то внизу в пещере, поэтому всегда пишите 100, это самое такая оптимальная высота. Дальше мы с вами опять пишем 344, и мы сами, ребята, были телепортированы в новую деревню. Вы просто посмотрите на эту красоту. Это, ребята, только первая новая деревня. Таких деревень еще очень-очень много, поэтому мы с вами дальше пишем команду TP, ребята. Далеко телепортируемся от этого места, и давайте посмотрим, какая следующая деревня нас ожидает. Так, все, мы с вами TP, что здесь в итоге в зимний биом, и здесь, скорее всего, будет примерно похожая деревня, ребята, но я в этом не уверен. Также мы с вами пишем команду locate, повторять ее, ребята, не буду, поэтому сразу вот так нажимаю, и команда у нас сама повторяется. В итоге, ребята, здесь у нас уже координаты 9688 и 1064. Все эти координаты мы сами запоминаем. Я вроде как бы запомнил, но я веду, ребята, примерные координаты. То есть 9688 это высота 100, и вот, если я не ошибаюсь, были вот такие координаты, а может быть были маленечко другие. Так, ребята, и давайте посмотрим, и вот наша новая зимняя деревня, ребята. То есть она вообще находилась очень близко с нами, и, ребята, как видите, с помощью этого способа можно довольно быстро телепортироваться к новым деревням. И это, ребята, довольно быстро. То есть мы сами телепортировались где-то за пару секунд и нашли уже две новых, ребята, деревни. И это реально очень круто. Но вы просто посмотрите на эту красоту, ребят. Это реально очень круто. И, как по мне, самое крутое обновление это именно вот это обновление 1.10.0.3. Ну что, ребятки, если этот гайд был вам полезен, то обязательно поставьте лосося. Ну а на этом все. Всем пока-пока.